Значит, этот автор у него такие хайку о патологические хайку, как я их называю, потому что у них обычно классические хайку, они содержат в себе обычно какое-то указание на какое-то время, года, да, или, в общем, такой носит скорее пейзажный характер. Тут наоборот, никаких указаний на время года нет. А здесь речь идет о поэзии. Вот первая хайку. Творческий принцип – привести в движение и прийти к формам. И второе хайку, собственно, отчасти, может быть, объясняющее вот форму, которую вот Клаус Бремер выбрал для своих стихов. Он пишет: «Та гармония, что нас освобождает, – нечитабельность». Вот, то есть такое несколько парадоксальное утверждение. Однако, действительно, опыт современных авангардистских течений, но не только современных, да, а с начала 20 века, показывает, что во многом искусство ищет именно, как ни странно, желает не только быть прочтенным, но и быть непрочтенным, да, непонятым, а просто существовать как какой-то артефакт, который никак не объясняется и не толкуется.